Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Зловещие мертвецы 2. Такая ситуация. Фрэнк, значит, все украл, все припасы и скрылся на машине. Теперь мне старшой говорит: иди разыщи Фрэнка и накажи его. Да-да, это тот самый Фрэнк, который меня оставил на съедение зомби. И получил я задание, и сейчас мы отправляемся искать этого Фрэнка. Вот будет интересно. Для начала я с торговцем сейчас поговорю, продам ему вот эти все. О, кусок золота, нифига себе. Продать все куски за 700, а вообще стоит кусок золота 2600. Офигеть. Знаешь, что сделаем? Мы в сундук положим. Нет, мы золото не будем сейчас так дешево продавать. Потому что ты знаешь, что у меня очки умения есть. И как бы я хочу все-таки договориться нормально с этим чуваком. И будем продавать подороже. Фига золото за 700. Мне и так денег не сильно и много, а хочется побольше. Отправляемся. Это вход на научную базу. Сейчас будем искать Фрэнка. Где же этот Фрэнк? Фрэнк на подходе. Случайная встреча. Избежать, встретиться. Ну, давай, шансы ноль у нас избежать, что давай встретимся. Что там такое будет, интересно, не знаю. Либо зомби, либо кто-то... Какое совпадение, куда это ты с этими сумками? В отпуск? Фрэнк, а? Ой, дружище, привет, дружище, ты не поверишь. Я хотел отвезти кое-какие припасы в лес, но машина сломалась. Похоже, ты идешь в противоположном направлении, дружище. Слушай, я дам тебе 2000 монет, если ты меня отпустишь. Знаешь, между нами есть одна большая разница. Я не крыса. Правильно. Ух ты! Гад, смотри. Офигеть! Конечно, сейчас, подожди. Ох ты, бегаешь как быстро, гад. Критическое нарушение. Смотри, да он бегает, смотри, как быстро. Ах ты гад, смотри. А мы тоже бегать умеем, подожди. Давай, где он? Ага, конечно. Ага, сейчас. О, подожди, он ранен? Так, сейчас мы ему гранату кинем. Подожди. Так, нажмите 4. На, получи, гад, гранат. На тебя гранаты не жалко. Смотри, он меня фигачит, а. Ага, промахнулся. Ну смотри, у меня уже полжизни нет. Сейчас, подожди. Где ты там, гаденыш? Так, мы умнее. Да ё-моё, перезаряжаться вот это вот. Давай. Есть, готов. Готов. Все, сейчас я тебя отправлю. Опять наши вокруг. Пожалуйста, помоги мне, ты не можешь бросить меня здесь на сиденье этим тварям. Конечно, я прикрою тебя. Из машины. Что-то жалко мне Фрэнка все равно. Да ё-моё, ты чё творишь-то, а? Все равно Фрэнка жалко было. Слушай, ребят. Все равно Фрэнка было жалко. По-хорошему, я бы, наверное, не оставил бы его на сиденье. Но... И украл еду, ну и что с этим? Ну, конечно, он поступил плохо. Но мы же все люди. Можно понять и простить. Да, ну ладно, что ж поделаешь. Такова игра.
Так, отмычки. Сейчас будем... А, вот эти отмычки, наверное, ломаются. Вот, видишь, они ломаются. Это самые плохие, стрёмные отмычки. Вот, видишь, ломаются. Надо аккуратно здесь с этой отмычкой. Есть. Есть, и последний остался. Может быть, даже он не сломается. Все, видишь, хорошо открыли. Так, одна граната, 500 серебряных монет, один бинт. Ну, что-то вообще ни о чем. Мне знаешь, что надо сразу гранаты вот эти, коль у меня их много, сюда их переложить. Угу. Так, ну что ж, что мне предлагают сделать в этом случае? Карта. Едем в центр дальше. Идем к старшому. Расскажем всю ситуацию, какая произошла. Припасы снова у нас. Теперь мы готовы к зиме. Припасы у нас. Теперь надо взорвать всю базу. Продолжай. Иди в пункт управления базы, активируй систему самоуничтожения. С удовольствием уничтожу этот оплот мутаций и страданий. А что с Фрэнком? Что не спросил, как там, что Фрэнк? Эх, бедолага Фрэнк. Жалко мне его. Так, потерянное сокровище. Случайная встреча. Избежать встретиться. Конечно, встретиться. Посмотрим, что там такое интересное будет. Жизни-то у меня мало. А если у меня что-то покушать? Вода есть. Так, смотри, лечение в секунду 0,1. Тут лечение в секунду 0,5. Давай бобы съедим. Используем. Хорошо. Сейчас мы будем подлечиваться. Сразу пёску сейчас позовем сюда. Пускай пёска побежит. Все, пёска готова. Так, вон, смотри, у нас сколько чуваков. Показывают сюда идти. А что там такое интересное? Ой, подожди, что там происходит? Подожди, что они там сидели? А, типа мне здесь что-то копать? А, найдите клад, зарытый в этом районе? А, ну, клад искать. Хорошо. Так, а этих нету у нас фейерверков, да, бочек с фейерверком? К сожалению. Это что, у нас кусок дерева валяется? Сюда, ко мне идем. У меня гранатики есть. Гранаты. Сейчас соберем всех чуваков и гранат кинем. Тут еще вон, смотри, штука бегает. Давай, 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 просыпаемся. Давай, ой, ты меня не кусай. Чуваки, давайте, чего тут бегаете? Давай, просыпаемся. Да, конечно, подожди. Кусать. Вон еще чуваки бегают. Короче, надо всех их позвать. На гранатки. Идемся. Так, все, идем на тропинку. Хорошо. Сейчас мы запустим вас гранатками. Вон еще, смотри, чувакуль. Куда? Заснул, что ли? Давай, иди к нам. Сейчас будет сейчас будем гранаты бросать. Все. Есть, еще раз. Вот еще вот этих два чувака осталось. Патрончики получил нормально. 9 миллиметров. 7,62 миллиметра. А у меня здесь идет патроны. 7,62 и 9 миллиметров. Все понятно, хорошо. С оружием поменяем на это. А вот, смотри, один. Чувак вообще гранату только что бросал, а он профукал все это дело. Где-то сидел. Так еще головой не вертит. Ты попадешь. Есть. Ну, здесь мы будем сейчас клад искать. Интересно. Так, а ну-ка, нам прям показывают, где копать, что ли? Сейчас проверим.
показывал прям в этой в этом месте копать. Не знаю, вряд ли. Вот, смотри, показывают здесь сюда копать. Сейчас проверим. Правда или нет. Опа, смотри, показывают, теперь здесь копать. Нормально вообще, нет? О, смотри. Теперь сюда идите покопай. Куда копать? Где копать-то, алё? Вот здесь это показывает. Сейчас будем копать. Вот, смотрите. А, вот, ну, смотри. Вот сокровище на наше. Что получаем? 1000 монет, 3 бинта, патрончики и все, да? Больше ничего не будет. Все, и отправляемся дальше, берем, точнее. Все, едем дальше. Вот она, наша научная база. Так, лопата мне не нужна. Это же где? Вот берем оружие. Лопатка мне не нужна, слушай. Все. Отправляемся. Опять зомбаки. Готов. О, подожди, что-то подошел ты мне близко. Близко ко мне не подходи. Все, есть кусок кожи. Нафиг она не нужна. Лучше золото. Лучше золото, конечно. Доберитесь до пункта управления. Замоков нету. Вот пункт управления. Опачки. Оооо, нифига себе. Эксперимент 626. Работа. Служите подопытным. Это что-то офигеть. В смысле? Дверь закрытая. Ух ты, га. Смотри, что парень. Ага, у меня еще патроны кончаются. Эй, подожди, гад. Давай поговорим. А, тут еще и зомбаки ходят, нормально вообще. Нормально. Эй, сколько вас? Я бы знал, я бы больше гранат бы взял бы, слушай, в натуре. Ух ты, нифига, подожди. Так, мне нужно воды попить, хотя бы попить водички. А, нужно, подожди, а где бинты у меня? А, вот у меня есть какой-то. Какая-то штука тоже использую. А вот у меня есть бинты. Использую. Все нормально. Все хорошо. Так, тихо. Гранатка. А где гранаты мои? Тройка, блин. Есть, еще раз. Тройка. Еще раз. А ты что, гад, делаешь, а? Ну что, нормально все. О, да ты все умер уже, все. Ты уже умер, чувак. Головарь. Босс. Сейчас мы тут все взорвем. А, добро пожаловать в главный компьютерный научный базы. Активировать режим самоуничтожения, открыть дверь S01, завершить программу. Нет, мне нужно... Что такое открыть дверь? Давай нажмем. Ввести пароль. А, ну давай, верный пароль, дверь разблокирована. А, добро пожаловать в главный компьютерный... Подожди. А какую я дверь открыл? Мне интересно. А ну-ка, дай посмотри. Вот это что я дверь открыл? Так, а здесь что? Ничего интересного нет, друзья, да? Какую я там открыл дверь, интересно? Вот эту? Нет, это у нас вообще не открывается. Сейчас посмотрим, мне прям интересно. Так, отсюда я пришел.
А, здесь тоже. Короче, какую-то дверь я открыл, непонятно какую. А, он отсюда вылез, да? Сейчас посмотрим, что. А, ну это выход, в принципе. А какую там я дверь открыл? Ну ладно. Здесь же нету дверей. Ну все, этот самый, взрываем. Активировать режим самоуничтожения. Ввести пароль. Давай этот. Неверный пароль. Да как так? Ну давай вот этот. Да как так? Ка, давай. Верный пароль. Включен режим самоуничтожения. Завершить программу. Скорее уносите ноги с базы. Так, все, бегом. Бежим. Все, убегаем. Эй, подожди. А куда бежать-то? Так, ну вы что, чуваки, сейчас все взорвется. Я ж объясняю, сейчас все взорвется, алло. Все, убегаем. Все, убежали. Бежали в последний момент. А машина стоит, смотри. Там еще и грузовик какой-то зеленый стоял. Можно его было взять. Ох, как красиво упал. Все, базу мы уничтожили. Хорошо. Че тебе? Ну, идем в центр. Правильно? Подожди. Да, в центр возвращаемся. Так, идем к старшому сразу же. К старшому. Старшой, привет. А готово, база снесена. Подчистую. Я видел там такое, что будет преследовать меня до конца жизни. Отлично, парень. Самая большая угроза нашему району уничтожена. Но ты должен продолжать свой путь. Попробуй найти другие научные базы. Так, продолжай. Отправляйся в Спрингфилд и найди доктора Эндрю. Думаю, у него есть еще информация. Хорошо, спасибо за все. Так, очки умений, бензин, все разбираем. Ух ты, Спрингфилд. И отправляемся в Спрингфилд. Идем в Спрингфилд. Ух ты, смотри, как он медленно идет. А у меня бензина-то хватит, смотри. Нифига себе. Литраж как идет. О, пришли, нормально. Так, центр Спринглса. О, смотри. Мы в городе. В городе Спрингфилдс. Привет, чувак, тебя как зовут? Как? Тебе как? А, ты просто здесь, вы просто охранники, стоите и защищаете. Тут, смотри, колючки. Вы защищаете город, понятно. Это мой байк. Вот это да, мы в городе. Блин, а назад вернуться нельзя в этот самый... Вот эту штуку. А, у нас не хватает, смотри, горючки. Я думаю, назад можно возвратиться. Эндрю, все это очень интересно. Город. Но в городе мы будем в следующей серии с вами, ребята, смотреть и изучать город. Ну а пока сегодняшняя серия закончилась. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.